Padre. Салам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья и сестры. Великий карамат в непрерывном поклонении. Человек всегда стремится быть выше и лучше других. Таким всемогущий Аллах создал человека. И это одно из плохих его качеств. Хорошее качество — это когда человек все время стремится к приобретению знаний, к большему поклонению и совершению богоугодных дел. Для этого нет никаких ограничений. Главное, вы должны быть постоянными в своем поклонении. Но если вы думаете, «Я уже дошел до высокого уровня, я достиг совершенства», тогда вы ничего не достигли. Вы остались на том же уровне или даже спустились вниз. Поклонение, которое мы совершаем, и знания, которые приобретаем, все это мы делаем не для того, чтобы достичь определенного уровня. Мы делаем это для довольства Аллаха Азаваджаля. Если вы будете делать это только для того, чтобы стать аулия, шейхом или кем-то еще, тогда ваши дела будут не для довольства Аллаха, Пречистого и Святого. Вы будете делать это для других целей. И это вам не принесет пользы, а может даже навредит. Все, что мы должны делать, так это выполнять ежедневную практику, фард и сунну, для довольства Всевышнего Аллаха Азаваджаля. Мы должны выполнять это служение на протяжении всей своей жизни. Аллах Азаваджаля говорит нам делать это постоянно и не усложнять, не делать наше поклонение трудным. Наш святой пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, что лучшее из хороших дел — это непрерывное поклонение, даже если оно небольшое. Многие люди, достигнув определенного уровня, осознанно или неосознанно, оставляют путь истины. Есть определенные группировки, которые говорят, мы достигли совершенства, больше нет необходимости в поклонении. Поэтому будьте осторожны с этим. Этот путь не имеет какой-то определенной точки предела. Он будет длиться всю вашу оставшуюся жизнь. Поэтому будьте постоянны на этом пути. Это долг человечества, и это все для его блага. А если кто оставит служение или будет делать это с определенной целью, не для довольства Аллаха Всевышнего и Святого, тогда все его дела обесценятся, и он окажется в убытке. В этом не будет пользы.
Аллах предписал нам выполнение прекрасных и полезных для нас вещей во всех отношениях. Люди, которые выполняют приказы Аллаха, Пречистого и Святого, взывают к своему Господу: «О Аллах, мы не можем выполнить много, но мы выполняем то, что в наших силах, и мы делаем это для того, чтобы Ты, Азаваджаля, был нами доволен». Выполнять приказы Аллаха — это величайшее преуспевание. Это великий карамат. Аджалет тауфик даваму карамат. Карамат — это не только ходить по воде или летать. Карамат — это также и непрерывное поклонение. Поэтому придерживайтесь этого пути, и не нужно делать других бесполезных вещей. Пусть Всевышний не позволит нам оставить этот путь, иншаллах. В амин Аллахи ат-тауфик, аль-Фатиха.